микрорайоне «Новая трехгорка» прошла экологическая акция «Электровесна-2021». Рядом с жилыми домами волонтеры проекта «Собиратор» и экологического движения «Раздельный сбор» организовали площадку для сбора старой техники. Нам приносится неработающую технику, все, что работает от батареек, либо от розетки. Вот, можно принести все от маленького провода до большого холодильника. Кроме электрооборудования, можно сдать и другое вторсырье. Здесь принимают стекло, пробки, крышечки, пакеты и разные виды пластика. Евгения, сегодня же вы еще и принимаете пластик. Вот к какому сорту относится вот этот стаканчик? Смотрите, баночка от йогурта. Здесь есть циферка в треугольнике, цифра 0,6. 0,6 – это полистирол. Соответственно, мы его в мешок 6 ПС полистирол кладем. На площадке принимали и макулатуру для благотворительного проекта. Подобные акции жители активно поддерживают, отмечают волонтеры. Мы занимаемся благотворительным направлением, собираем конкретно макулатуру на помощь мальчику, больному СМА. Ему собирают на дорогое лекарство, и жители Трехгорки уже собрали более 17 тысяч. Есть и постоянные участники акции, которые уже прекрасно знают, как и зачем сортировать мусор. Сегодня принес практически все свои отходы, которые перерабатываются достаточно давно, больше года. Просто сейчас это только стало так более актуально. Есть люди, которые этим действительно занимаются. В ходе акции собрали две полногрузовых машины. Вторсырье отправится на предприятие по переработке. Экологическая акция проходит два раза в год. Если у вас дома есть старая техника, попробуйте дать ей вторую жизнь. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».